Всем привет! Мы подошли к декабрьскому отчету, предновогоднему, и я хочу пожелать всем вам счастья, любви, здоровья и достижений в планах. Наши цели делают нашу жизнь интереснее, более наполненной. Желаю всех благ и свершений в новом году. Ну и перейдем к нашим отчетам. У нас, как всегда, много всего интересного. Есть готовые работы, новые старты и хорошее продвижение. Наш СП заканчивается 20 февраля 2020 года. И хочу пожелать всем участникам нашего СП, чтобы у нас получилось завершить наши процессы, завершить наши работы. Хочу пожелать вам шустрой иголочки, легких крестиков, ну и, конечно же, хороших, приятных праздничных дней. Перейдем к нашим процессам. Анастасия Пученко отчитывается по оригинальному набору фирмы Dimensions Frederic Literator. Вышивка идет на черной основе, размер работы будет 30 на 28 сантиметров. Мы видим, что котик уже полностью готов, не хватает только волшебного бэкстича. В основном работа уже идет на стадии завершения, осталось совсем чуть-чуть. Ну и, конечно же, бэкстич, и работа будет готова преобразиться. Мы внимательно следим за продвижениями, желаем удачи и легкой шустрой иголочки. Кристина Исаева отчитывается, во-первых, по своей работе по набору Dimensions «Кто за кем наблюдает». Сначала Кристина прислала отчет, где работа была на стадии завершения, и писала, что в связи с большим объемом работы не получается завершить работу. Но потом, через несколько дней, Кристина прислала полностью готовую работу. Плюс еще Кристина заявляет новый набор, новый процесс, с которым будет продолжать участие в нашем совместном проекте. Это также оригинальный набор фирмы Dimensions «Котята в корзинке». Очень красивый, замечательный наборчик. Мы с огромным удовольствием будем наблюдать за отшивом этой работы. Ну и, конечно же, желаем шустрой иголочки и успехов. Лариса Киселева отчитывается по оригинальному набору фирмы Мирешки «Зимний сон» и пишет: «Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хотела успеть вышить котика, но немного не хватило часов в сутках. Надеюсь, оставшихся несколько дней мне хватит. Желаю всем и вам, Юлечка, здоровья, оптимизма, подарков под елочку, иметь возможности заниматься любимым делом и новых побед во всем. Шляпу не вышивала, приступлю в Новом году». Мне кажется, у вас все получится, потому что действительно осталось уже совсем чуть-чуть. Работа получается великолепная. Мы с удовольствием наблюдаем за отшивом, за ее ростом. Ну и, конечно же, ждем шляпу. Желаем вам удачи и шустрой иголочки. Татьяна Муратова заявляет новый процесс. Это процесс «Новогодняя игрушка», схема из группы ВКонтакте. Вышивать Татьяна будет подбором ниточками гамма на прозрачной пластиковой канве. И должен у нас получиться праздничный новогодний котик. Ждем готовую работу, желаем удачи. Ольга Яранова с гордостью и радостью представляет нам готовую работу. Это наборчик фирмы ДМС с AliExpress. Пишет, что наконец-то, вот он, долгожданный финиш, все по плану. Знакомьтесь снова, усатый-полосатый, харизматичный, суровый коте. Теперь думаю над оформлением. Размер работы 32 на 42 сантиметра. Вышито было 45 254 крестика. Использовалось 43 чистых цвета. Замечательный кот, очень интересная, действительно оригинальная работа. Поздравляю, ну и, конечно же, ждем новых котов. Наталья Черменинова отчитывается нам по оригинальному набору фирмы Dimensions «Трое наблюдателей» и пишет: «Есть небольшой прогресс, а самое главное, наконец-то видно котика, потом появится еще два котика, добавится бэкстич, и картина станет еще интереснее. Поздравляю всех участниц СП с наступающим зимним праздником и желаю всем в новом году вдохновения, творческой радости и реализации рукодельных планов».
Анастасия Беловолова отчитывается по своему гигантскому проекту. Это Хаэт «Кот в ирисах». Пишет, что в этом месяце я вышла только один лист на своем котике, но зато закончила четвертую полосу из семи. Осталась самая яркая часть картины с цветами и бабочкой. А еще я в этом месяце участвовала в профессиональном конкурсе «Учитель года» и заняла третье место. Вот такие у нас талантливые рукодельницы. Поздравляем от всей души всей нашей дружной командой вас, Анастасия. Продолжайте совершенствоваться. Ну и, конечно же, ждем продвижений по вашей работе. Алена Каменева отчитывается по китайскому наборчику от фирмы Joy Sunday. Это Леонардо. И пишет, что в этом месяце вышито совсем немного, всего 5%. Всего получилось 85% работы. В декабре было много работы, поэтому особо месяц был не вышивальный. Но надеюсь, что на праздничных днях работу смогу завершить. Мы желаем удачи. Также хочу сказать, что у Алены есть свой канал. Вы можете перейти по ссылке. И у Алены есть очень интересные обзоры наборов фирмы Joy Sunday. Ну а мы желаем скорейшего завершения работы. Поехали дальше. Марина Силина отчитывается по своему бисерному проекту от фирмы Butterfly фиолетово-черный, а также заявляет новый процесс от фирмы Bassi Art «Мечтатель из норки» и пишет: «Не могла уйти с зимней формулы с пустыми руками. Начала процесс почти сразу после покупки. Набор от Bassi Art «Мечтатель из норки» в комплекте ниточки с блеском». И мы видим уже первые продвижения, первые крестики. С большим интересом будем следить за отшивом, за продвижениями. Желаем шустрой иголочки. Любовь Постникова отчитывается по оригинальному набору «Золотое руно магистр времени. Ура-ура, финиш». Пишет, что пришивные элементы будет пришивать непосредственно перед оформлением. Сам кот вышивался крестиком в две ниточки. Вышивался очень легко. А вот фон вышивался в одну и в две ниточки. Пишет, что было много блендов, похожие оттенки, приходилось постоянно сверяться с превью, и фон шел, в общем-то, как-то тяжело. Но сам кот просто потрясающий. Фото не передает всей красоты его густой шерстки и его шикарного одеяния. Если до конца СП успею оформить багет, то обязательно поделюсь. Мы, конечно же, будем этого ждать. Очень интересно посмотреть оформленные работы. Кот действительно просто волшебный. Смотрю, любуюсь и очень-очень радуюсь за вас. Елена Исаева присылает нам отчет по оригинальному набору фирмы Овен Маруська и Котовский и пишет, что, на мой взгляд, большая часть работы уже вышита. И теперь приступаю к самой важной части работы. Это отшиву мостика озера с двумя кошками, ждущими своего хозяина, который в отдалении в лодке ловит рыбу. Они уже знают, что им будет в случае удачной рыбалки. Ждут с нетерпением вкусного угощения. А мы ждем с нетерпением новых продвижений, ну и, конечно же, вашего поэтического описания. Ирина Силаева присылает нам, во-первых, уже завершенную работу. Это котик от фирмы Овен. И также есть продвижение по новому процессу от фирмы Нова Слобода. Ирина у нас шустрая иголочка, вышивает много, и даже я не успеваю следить за всеми отчетами. Ирина, продолжайте в том же духе, ждем новых котов. Марина Филиппова отчитывается, во-первых, по котику от фирмы Риолис, пишет, что вышиваю на 10-й канве под лен 4 нитки. Фон будет зашиваться в 3 нитки. Начала вышивать фон. Бэк буду делать после того, как зашью весь фон. Фон зашиваю блендом ниток от Риолис 949 2 нитки и 801 1 нить. И сразу оформлю в подушку. Задник подушки буду делать из меха для игрушек производства Беларусь. Молнию обычно вшиваю в нижней части подушки. Никогда не делаю застежку посреди тыльной стороны подушки. Поэтому подушку можно использовать по прямому назначению с одной и второй стороны. Во-вторых, Марина Филиппова отчитывается по готовой работе, представляет нам готовую работу фирмы Custom Crafts «Отдыхающий леопард», номер набора 99237. Пишет нам Марина: «Лео готов, спящий леопард от Custom Crafts, вышивается на 14-й аиде цвета хаки.
196 на 277 крестиков, размер работы 36 на 50 сантиметров. Вышивается на удивление легко, фон пятнами, сам лев посложнее. Много одиночек, но они расположены так, что одной ниточкой непрерывно с протяжкой минимум в 3-4 крестика можно вышить достаточно много. Шикарный набор, результат говорит сам за себя. Вышивала и наслаждалась игрой цветов, ниточек, восхищалась талантом дизайнера, разработавшего этот набор. Цвета фантастические, фотография не передает всю сочность красок. Могу сказать только одно, всем, у кого есть схема или набор, вышивайте, не пожалеете. Еще не оформлен, но уже внимательно смотрит сверху вниз на всех входящих со стены. А также Марина Филиппова представляет нам новый дизайн, грандиозный дизайн от Химеры, это белая тигрица. И пишет, что вот они первые крестики белой тигрицы. Размер работы будет 250 на 420 крестиков. Буду вышивать все-таки на 14 Аиде. Получается грандиозная работа размером 45 на 76 сантиметров. Понимаю, что не успею вышить до конца СП, но очень хочется начать. В работе используется 39 чистых цветов и 7 блендов. Но это еще не все. У Марины Филипповой есть еще один старт. Это мини-голд от фирмы Dimensions. Спящий тигренок. Артикул 65-105. Пишет, что давно хотела вышить, но все откладывала. Спасибо огромное Юле за СП. Отложив все в сторону, взяла за замечательные наборы. Заменила, как всегда, 18-ю канву на 16-ю. Яркость картинки не меняется, а вышивать легче, особенно вышивая полукрест в 4-6 нитей. Самый легкий из всех отшитых мной голдов. Схема легкая, много цветовых пятен и пятнышек. Больше чем 2 пятых набора вышила всего за 3 дня. А верхняя часть над головой тигренка вообще в основном вышивается полукрестом. Вот такие грандиозные успехи у Марины. Желаем удачи, ну и конечно же ждем продвижений. Алла Белочка присылает нам отчет по своим двум игрушкам, которые она вышивает по наборчику Classic Dazing. Это игрушки на пластиковой канве, праздничные новогодние котики. Замечательные, яркие получаются игрушки. Более подробно вы можете посмотреть на канале у Аллы Белочки. Переходите и знакомьтесь со всеми подробностями. Мария Крупенина отчитывается по схеме от фирмы «Золотое Руно». Есть очень хорошее продвижение. Ну а также стартует с новой работой. Это голубоглазый котик от фирмы «Joy Sunday». Пишет, что захотелось красок, захотелось немного разнообразия. И поэтому включается вот такой вот замечательный котик, замечательный процесс. Ольга Щурова присылает нам отчет по бисерному процессу фирмы Butterfly Чародей. Артикул 641. Это круговая зашивка бисера. Размер работы 36 на 25 сантиметров. Участвует 18 цветов бисера. Пишет, что продолжает вышивать котика, но продвижения пока небольшие, потому что идет подготовка новогодних сюжетов. Да, новогодние праздники нас всех немножечко отвлекают от наших процессов, но самое главное, что хоть небольшие продвижения, но у нас все-таки есть, и наши коты растут и продвигаются. Марина Лакиза присылает нам отчет по набору от Томиной. Ну вот, я отшила первый ряд из 4, незаметно прорисовался кусочек ушка у тигренка. На схеме появляются новые значки, и это бодрит и влечет к процессу с новой силой. Ну а мы с огромным удовольствием наблюдаем за этим отшивом, за продвижениями, потому что это редкий набор. Мало мы видели отшивов на YouTube, поэтому, Марина, мы ждем ваших успехов. Наталья Фомина присылает нам свой отчет по процессу от фирмы «Дом». Это «Тигры». Пишет, что ну вот, и еще небольшие продвижения в моем нескончаемом процессе. Честно, устала. Очень устала от него, но отложить не могу. Боюсь залежиться и потом не отстираю, так как за 2 года уже порядком заерзала его. Я вас прекрасно понимаю.
такие большие объемные работы очень сложно вышивать, всегда тянет на что-то другое, переключиться, но осталось уже совсем немножко, работа уже идет к своему завершению, я думаю, у вас все-все получится. Девочки, давайте поддержим Наталью. Также посмотрите, какая интересная и очень забавная аватарка стоит у Натальи. Мы желаем вам удачи. Анжелика Журавлева присылает нам отчет по наборчику «Чудесная игла. Нежная забота». Пишет, что вышивала совсем немножко, но надеется на новогодних праздниках наверстать и сделать побольше прогресс. Мы ждем, очень хочется посмотреть на отшив этой замечательной работы. Елена Канева присылает нам отчет по оригинальному набору фирмы Dimensions «Коты в саду». Это редкий раритетный набор. Если честно, я первый раз вижу отшив этого дизайна и с огромным удовольствием наблюдаю за прогрессом. Как мы видим, большая часть работы отшита, появилось много-много котиков. Точнее, бэкстич их преобразил, и мы можем наблюдать этих красавцев. Осталось уже немножко, ждем готовую работу. Юлия Ипатова отчитывается по оригинальному набору фирмы Dimension «Строй наблюдателей». Вот они, две замечательные мордочки котиков, уже вышиты и смотрят на нас. Желаем шустрой иголочки и хороших продвижений. Знакомьтесь, новая участница нашего совместного проекта Галина Хараян участвует с оригинальным набором фирмы Dimensions «Фредерик Литератор». Пишет, что буду вышивать этого ленивого котика. Давно он у меня в запасах, и вот дождался он своего часа. Черная основа, поэтому пришлось разметить ниточками титан. Первые крестики уже положены. И желает всем легкого отшива, ну и себе, конечно. Еще одна новая участница, знакомьтесь, Ольга Рычкина, участвует с оригинальным набором от фирмы Овен, рысенок. Пишет, что процесс нравится, интересный, но очень мягкая основа и тонюсенькие ниточки. Схема удобная, можно в принципе приноровиться, и показывает нам первые крестики, первые продвижения. Виктория Румянцева присылает нам отчет, во-первых, по готовой работе от фирмы Буцила. Это леопард, это была схема, перенабор. Пишет, что вышивалась работа легко, очень интересно, и работа уже готовится идти в багетную мастерскую. А также Виктория присылает нам двух замечательных котиков. Это наборчики от фирмы РТО, уже готовые отшитые котики, смешные, забавные. Вот такие вот интересные, богатые итоги у Виктории. Ирина Пресман спешит отчитаться по оригинальному набору от фирмы «Золотое руно». Ирина вышивает вот такого чудесного рыжего котика, который уже практически готов. Осталось вышить лапки и хвостик. Ну и, конечно же, вышиваются веточки, снежок. И уже скоро мы увидим готовую работу. Наталья Зенкина присылает нам также отчет по работе леопард. Это работа с нанесенным фоном. Наталья выделила для нас ниточкой тот участок, над которым она работала. Есть небольшие продвижения, и Наталья надеется, что дальше пойдет побыстрее. Светлана Кузнецова присылает нам отчет и пишет, что стоило мне только организоваться и поднажать, и работа продвинулась. И работа продвинулась очень-очень хорошо. Здесь 1/3 работы. Также Светлана желает всем хороших, приятных новогодних праздников, всем удачи и шустрой иголочки. После перерыва возвращается к нам Светлана Портнова с наборчика вот фирмы Риолис «Абиссинские кошки». Есть небольшие продвижения, работа сдвинулась, мы с удовольствием будем следить за отшивом, потому что отшитая работа выглядит очень-очень прекрасно. Удачи вам! А вот и мой отчет. В этом месяце я работала только над одной работой. И, к сожалению, я не достигла своих целей. Я хотела завершить полностью третий фрагмент, но, как вы видите, у меня остался большой кусок недошитым. Праздники очень сильно отвлекают, а также нужно было завершить очень много рабочих дел. И
честно, месяц получился практически не вышивальный. Но я надеюсь на выходные, я надеюсь на праздничные дни, что мне удастся поднажать, уделить побольше времени и все-таки догнать необходимый график, потому что до завершения нашего совместного проекта я очень надеюсь завершить эту работу. В целом процесс очень легкий, очень интересный, яркий, сочные ниточки, одно удовольствие, есть и полукрест, есть и крестик, поэтому можно переключаться, можно и отдыхать на этой работе, от нее абсолютно я не устаю. Но вот единственное, получилось, что не совсем у меня хватило времени. Ну вот, на этом у меня все, это все наши отчеты, я желаю всем хорошего настроения, конечно же, шустрой иголочки, хороших новогодних праздников. Ну и увидимся мы с вами теперь уже в новом году. Пока!